Так, у нас необычное мероприятие. Ой, сейчас, погодите, грязюка. Необычное мероприятие, абсолютный антипод понятию поход выходного дня. У нас поход рабочей ночи. Вот, сейчас вторник. Вот я, ой, после работы. Прям после работы, прям с работы. Поехали на машине за Убинку, оставили машину. И сейчас у нас будет ночное восхождение на Папай. С ночевкой, то есть мы там палатки поставим, там, ну, как получится, короче. В принципе, можно и не ставить, можно просто у костра посидеть, потому что мы-то, наверное, в полночь только пойдем. Вот. И утром назад, и утром на работу, короче, сразу. То есть, в принципе, поход такой нормальный, с ночевкой, с костерком, но это среди рабочей недели, и так, чтобы на работу успеть. Вот, сейчас проверим, как это у нас получится. Блин, грязюка, конечно. Вроде сухое лето, а что-то тут прям жижа. Странно. 2 часа у нас заняло проход по дороге грязный. Пошел подъемный Папай. Вот, уже такой более-менее сухой. Удобная, хорошая дорожка вверх. Вот. Красивейшая дорога по гребню Папая. Здесь дубы, сосны. Вообще шикарно, даже ночью. Вот, утром еще тут пройдем, посмотрим, как оно утром. О, мы почти все тут быстро поднимаемся. Смотрите, я убежал вперед, думал, меня никто не догонит. Не, все 5 здесь. Мы уже на гребне между северным Папаем и центральным. А у нас луна, поэтому мы видим очертания вершин и хребтов. Ой, класс вообще. Офигенно, виды такие. Сейчас костерок замутим. Мы пришли на центральный Папай, поставили одну палатку, но остальные, наверное, будут не в палатке. Теплый ветер, можно без палатки спать. Плюс 16 примерно, хотя внизу было плюс 12. Вот, сделали костерок, разложили кучу всякой еды, вкусняшки, смотрите. Вот. Короче, поход рабочей ночи продолжается. Чувствую, спать никто не будет. Ну как? Кто-то уже сразу не планирует спать изначально, а кого-то вырубит. В общем, как пойдет. Вот так, слабо заметно, но это уже утро. Мы проснулись и сейчас собираемся и должны нам уже идти обратно. Правда, все еще темно, и моя идея сходить на вершину на рассвете, по-моему, проваливается. Спускаемся уже обратно с вершины центрального Папая, но главное не сходили, потому что не рассчитали. Сейчас еще темно, увы, уже спускаемся опять по такой же примерно темноте с центрального. К сожалению, видов видели немного. Ничего, разведка все равно удалась. Вот. Для лета хороший вариант. Летом, если вечером после работы сюда, еще виды посмотреть, там на главную сходить, что-нибудь пофотать. Вот, у нас не вышло. Полчаса еще до рассвета, уже так более или менее видно, но еще с фонарями. Сейчас фонарями идем. Вот, уже почти уже вышли на дорогу. Еще сухую по гребню, но уже не тропу, а дорогу. Вот, еще с фонарями. Сильно темно утром, в октябре. Ну вот, примерно минут за 20 до рассвета можно в лесу уже выключать фонари. В принципе, и так идется. За час спустились с центрального Папая на унитаз. Идем дальше по дороге. Подходим к мосту. Я ночью его не снимал, темно было.
Ну, правда, он именно ночью страшный, днем он не страшный, я думаю. Вот мост. Хотя одинаково страшный он, что днем, что ночью.